Роман, ну, разумеется, поздравляю вас с победой. По крайней мере, со стороны показала, что она была достаточно легкой. Если брать во внимание первый тайм, как она смотрелась изнутри? Ну, по счету, наверное, кажется, легкой. Достаточно много усилий приложили. Нам повезло, что мы быстро 3 гола дали. А если говорить о «Динамо», насколько стало для вас откровением, что так не задалось у них в первом тайме, и, наверное, не просто настраиваться, когда проигрываешь уже 0-3? Ну, бывает и такое, что не задается в первом тайме. Когда-то у них задается, они по 5 забивают. Сейчас чуть-чуть не получилось. Ничего страшного для них, наверное, не произошло. Но все-таки 1-5 сопернику, с которым они пытаются. Это всего лишь один матч. Еще играть там сколько? 10 туров больше. У них есть все возможности поправиться на турнире, поэтому она не такой плохой, для них ничего не изменилось. А что было в раздевалке «Зенита» в перерыве? Потому что, наверное, при таком крупном счете каких-то особых корректировок в игру и в Спалетти не требовалось найти. Нет, это самый такой опасный счет 3-0. Вроде как в голове сидит, что все сделано, а вышли, один пропустили, не дай бог второй, и все. Ну, 4, наверное, почти невероятно было пропустить в такой игре. Все бывает. Раз мы забили 3, то они могли также забить. Просто мы вышли предельно сконцентрированы на первых 15-17 минут. Не позволили им забить. Это минут на 20, наверное, забили. Роман, хорошо, в ответ мы забили тоже быстро.